Юрий Дудь, Моргенштерн, Егор Крид – это далеко не полный список тех ребят, которые не просто делают маникюр, но и не боятся заявить об этом всему миру. Тренд или хайп? Будем разбираться. Мнение наших зрителей совсем не совпадает с мыслями Егора Крида. Многие считают, что маникюр не такая уж и важная часть ухода за собой. А если это цветные ногти, то всего лишь для привлечения внимания. Привет, пин-код. Наше мнение о маникюре примерно такое. Обычным людям он может идти, может не идти, это нормально. Ну а что касается звезд или рэперов, которые это делают, то тут все не так однозначно, потому что они это делают в большинстве случаев просто для того, чтобы похайпить. В настоящее время, как по мне, это тренд, который пришел с Запада, где еще пару лет тому назад рэперы красили ногти. Пора разобраться, так ли страшен маникюр, как его представляют наши зрители. Как часто к вам обращаются парни и что они вообще делают? Ну, на самом деле, сейчас уже не так часто обращаются. Вот, как правило, это более, ну, взрослые, может, мужчины. Но, в принципе, среди студентов вот часто обращаются, да. Они делают более уходовое что-то. Сейчас это абсолютно не стыдно. Это, наоборот, приветствуется делать маникюр молодым людям. Как даже иногда нужно, кто не справляется сам, потому что бывают разные ситуации, какие-то трещинки. То лучше не ковырять дома, вот, а, конечно, обратиться к специалисту. А если ты пока стесняешься прийти к мастеру и сделать маникюр в салоне, вот несколько простых шагов, которые помогут выглядеть ухоженно. Во-первых, не забывай обрезать ногти. Делать это лучше ножницами. Во-вторых, используй пилочку. Она будет лучше предмета, который первым попадется под руку. С ее помощью можно сделать аккуратную форму ногтей. И третий момент – используй апельсиновую палочку, чтобы отодвинуть кутикулу. Можно делать какие-то минимальные спа-процедуры, то есть тот же воск. Он продается в специализированных магазинах или аптеках, крема уходовые. То есть, ну, по сути, ничего сложного, доступно абсолютно каждому. Если раньше было популярно делать незаметный маникюр, то сегодня самые бесстрашные парни выбирают легкий дизайн. По их мнению, даже полосы и треугольники – часть собственного неповторимого стиля. А на какой стороне ты? Пиши в наших социальных сетях.